За Шахтером пока, но счет 0-0 в 14-й минуте матча. Воробей ошибается. Правда, тут же ошибкой на ошибку отвечает Свидерский. Удар поворотом Руденко. Мяч проходит. Подача в штрафную. Даниловский мяча не дотянулся. Шанс у Венгелинского открыть счет в игре. Но мяч сваливается с ноги Венгелинского. Еще раз смотрим. Кирлик выполняет штрафной. Даниловский до мяча не дотянулся, а Венгелинский не сумел пробить с убойной позиции. Вот Андрей Кирлик будет выполнять. Подача. Даниловский не ожидал, что мяч к нему отскочит. Даниловский пробить не сумел. Набегающий Симоненко нанес удар. Мощнейший удар, как и, собственно, всегда у Симоненко. Мяч прошел над перекладиной ворот Дмитрия Шуткова. Даниловский. Вперед на Венгелинского. Венгелинский на левый фланг. Кирлик. Даниловский. Симоненко подхватил мяч. Центр на Ткаченко. Передача вперед. Хорошая передача на Валеева. Валеев вышел таки один на один, но переиграть Дмитрия Шуткова, опытнейшего вратаря Шахтера, в ближнем бою не смог. До минимума сократил дистанцию Питер Горняков и эту дуэль выиграл. Ткаченко выдал прекрасную передачу на Валеева. Здесь еще и Кучер ошибся. Так угловой Кирлик выполняет его. Вновь Кирлик. Теперь уже с игры передает. И передает не точно. Здесь в Одессе. Чуприан Марика. Под острым углом. Передача на Белика. Белик по... Кирлик выполняет передачу в штрафную площадь. Валеев. Будет выполнять штрафной удар. Удар поворотом. Мощный, опасный удар от Симоненко. Мяч проходит вблизи со стойкой ворот. Симоненко, к слову, автор 400-го гола черноморца. Здесь положение вне игры. Здесь положение вне игры. Записывал рефери еще до удара. Остановили защитника, а затем уже хозяева побивали поворотом Шуткова. Вратарь перебрасывает через голкипера команды. Через голкипера Дениской команды. Пробил, конечно, здорово полтовец, но после свистка рефери. Передача в штрафную. И еще один мяч летает в сектор. Начну с Шахтером, но снова после свистка Юрия Мосийчука. Они мотивированы. И вот они сейчас в атаке. Прострел вдоль ворот. Дмитрий Шутков в игре. Ткаченко играет вперед. Передача его прервана. Марика. Марика пошел вперед. Игорь Дуляй. Извините, это Левандовский. Левандовский на левый фланг. Марика. Момент. Чуприан. Венгелинский. Вперед. Валеев. Легко ушел Валеев от Чигринского. Пас в центр штрафной. Легко Валеев переиграл Чигринского в штрафную, но Зотов подстраховал партнера и выбил мяч в центр поля. Против Симоненко.
Воробей переводит на противоположную фланг на Гай. Гай с острого угла бьет. Руденко в игре. Еще один удар теперь от Белика с левой ноги. Но попадает мяч в защиту Манда. Вот этот момент в повторе. Удар Гая. Угол-то уже был острый. Ну и удар Белика. Повторный. Который принял на себя защитник. Моряков. Шевчук. Венглинский. С огромным желанием, еще раз отмечаем, сегодня играет Олег Венглинский. Симоненко, удар поворотом, Шутков на месте. Раз пробил в створ ворот. Видите, Шутков к этому был готов. Целиком и полностью. Висит уже в штрафной площади Шахтера. Венглинский, хороший момент, но с острого угла. Пробивал он поворотом Шуткова. Молодой, 88-го года рождения. Трусевич пошел вперед. Сделал передачу на Марику. Марика уже в штрафной. Обыгрывает защитника. Удар поворотом. И снова мимо пробивает Чиприан Марика. Большими силами одесситы пошли в штрафную площадь Шахтера. Даниловский бьет. Дмитрий Шутков вновь в игре. Вне зависимости от результата матча. Каблаш. Подача на Шищенко. Шищенко играет на Полтавца, а у Полтавца до удара дело не дошло. Хорошую передачу отдал Шищенко. Какая обрезка досадная для черноморца. И за симуляцию желтую карточку Гай получит. Но в общем плане показалось, что фолил Виталий Руденко. Да, за симуляцию желтая карточка Алексею Гаю. Выяснять отношения тем временем голкипер и Гай. Голкипер Руденко и Алексей Гай. По-моему, не было вообще-то контакта, если посмотреть на повтор.